Господи, какого черта? Держишь себя в руках, нет чувства ярости? Нет, нормальная у меня ярость. Ты действительно возвращаешься к форме, когда спишь? Так ли нужен был этот гудок? Для прикола? Ну, конечно же. Это многолетнее путешествие, в которое ты вот-вот отправишься. Да. О! Да. Кто твой лучший друг? Ники. Нет, спандекс. Спандекс твой лучший друг. Быть Халком требует баланса. Тебе еще так многому нужно научиться. Да. У меня явно и так все получится. Если ты хочешь вернуться к своей жизни юриста, я приму это. Он ведь не всерьез. Все больше и больше эксцентричных суперлюдей выходят из-под контроля. Мы собираемся создать для них подразделение, и я хочу, чтобы женщина Халк была его лицом. Дженнифер Уолтерс. Намасте. У меня серьезный конфликт интересов. Этот человек пытался убить моего кузена Брюса? Да, все в порядке. Оу. Людей волнует только то, что я представляю Эмили Блонски. Думаю, им не все равно. Они такие: «Эй, это та зеленая девушка!» Джен, делай свое дело. Боже, мне очень нравится этот наряд. Я не горжусь этим. Мисс Уолтерс, мы подчиняемся высшей силе. Наша вселенная находится на краю пропасти. Я юрист. Мы все делаем по правилам. Книга Вишанти? Нет, книга американских... законов. Нравится тебе это или нет, но ты теперь супергерой. Давай сделаем это. Помнишь того друга со школы? Который был намного круче тебя, соблазнительней и привлекал всеобщее внимание. Приветик. Мне кажется, я ревную. У меня правда это чувство? Женщина-Халк. Озвучено для канала в рейтинге.